Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем Жижика. Ребята, ну блин, музыка такая классная, ребятки, да? Ну действительно, они прям повзрослели, и такая у них музыка, вот другая совершенно, да, ребятки? Прям вот слушаешь, и прям, аж прям вот хорошо, какой-то заряд энергии получаешь, ребятки, да? Но пока не слышали слова, конечно. Так, ребятки, что могу сказать? Конечно, музыка шикарная, ребятки. Так красиво они играют. Прям настоящие спецы, вот, ребята. Прям настоящие музыканты. Музыка чудесная, ребятки. Все понравилось в музыке. Все, ребятки, такой заряд от них получаешь. Заряд прям. Ну, ребятки, песня о любви. Жижик, видать, очень сильно полюбил. Влюбился. И такие треки у него. У него во всех песнях почти любовь. Любовь, ребятки. Любовь к своей любимой девушке. Естественно, любовь к планете, к нашей Земле, ребятки. Ну вот, мне очень нравится Жижа. Очень. И его треки все нравятся. Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем. Sick You With Sony Vengs. Ребятки, надеюсь, я что правильно произнесла. Так, давайте, ребятки, слушать. Ой, какая музыка красивая. Ребятки, ну начало прям талантливо прям. Ну молодцы. Ну такая музыка красивая, ребятки. Легкая такая, вы знаете, такая легкая, прям как ручеек журчит, ребятки. Журчит, ребятки, понимаете? Так классно, прям вот знаете, отдыхаешь прям. Она хавает мой шлем, говорит, мне равных нету, но пацан снова отдыхает, будто первый. Она хавает мой шлем, говорит, мне равных нету, но пацан снова отдыхает, будто первый, не последний. Она хавает мой шлем, говорит, мне равных нету, но пацан снова отдыхает, будто первый. Она хавает мой шлем, говорит, мне равных нету, но пацан снова отдыхает, будто первый, не последний. Ты просто так, будто при виде мужчины чувствуешь неловкость, больше не буду тебя.
тебя щемит, да успокойся. Мне же не написано, а пока мы едем курить. Это значит, что мы снова будем так немного любить. Ребятки, что могу сказать? Вот первое впечатление, вот полтрека прослушивая. Ну, голос прекрасный. Прям красивый голос. Хорошенький, нежненький такой голос, да, ребятки? Ну, вот другие слова бы, да, ребятки? И вот цены бы не было, да, этому артисту. Вот цены бы не было. Талантливый. Талантливый мальчик, да? Но другие слова вот сюда. Ребятки, оцениваю музыку и голос оцениваю. Музыка чудесная, я вам сразу сказала, ребятки, что нежная, легкая музыка, такая вот легкая. Настроение, знаете, прям поднимается. Красивая музыка, ребятки, красивая. Голос у мальчика очень красивый, интересный голос, интересный такой, знаете, импровизацию с голосом он делает, ребятки. Вы там слышали, да, вот в одно место интересное такое было. Ну, а про слова я вам сказала, ребятки, про слова сказала. Пока, друзья.